Это Михаил из Тель-Авива. Расскажите, как в Израиле уживаются разные религии? Тель-Авив – это очень открытый либеральный город. Ты сидишь мусульманин? Ведь видели мечеть? Да, Аллах, там мечеть вот стоит. Греческая церковь, армянская церковь, пишет это Ватикан. То есть тут много разных религий, и все спокойно живут друг с другом. Супер. Вы были в кафе, там и мусульмане работают. Вот, ты видишь, сидит девочка. Да, на хиджабе сидит. Тель-Авив – это как Алмата. Иерусалим – это по-другому. Нету такой город, там три религии. Там есть немножко напряженные отношения. Израиль какой процент от Казахстана? 0,8%. По территории. Но при этом на экспорт овощи сколько у вас уходит? Мы обеспечаем весь Израиль, это 10 миллионов населения. И делаем экспорт еще 1,5 миллиард долларов. Маленький частик. У нас урожай на помидорах, на огурцы, такие два раза больше, что в Казахстане. Нет воды, мы в пустыне. Почему Израиль такой зеленый? Понимаю, что вода, она святая. Все самые большие технологии по воде вышли из Израиля.